Так, ну что, Петрович? Пока мы не разойдемся, пока не принято. Мы это видим. Мы его писали, мы его видим. Так, мужики, у нас тоже пожалели. Тогда вот один человек, я попросила, Марина. Это не я, не Марина. Вот один человек, давайте мы не говорим. Вы же понимаете, что это огонь. Поэтому ситуация такая. Значит, письмо есть, у Яна сейчас согласовывает. Вопрос, да, и будет ответ. Я говорю, что это она выходит. Подождите. Давайте мы начнем с того, что... Чем никогда. За 5 минут восстановится. Вот видите, давайте... Ну, да. Все понятно. Но давайте, есть еще такая ситуация, не навредили, называется. Нам надо для того, чтобы ситуация сегодня вот была такая... Только я прошу, вы знаете, что не я очень вас попрошу, я... скажем так, не приехала в противоядие, да, я на той же самой планке, что и вы. Поэтому и я, когда получаю мой сельхозник 800 рублей, я очень рада. И 400 рублей, я тоже рада. Только я не хочу, когда вот мужик, да, и слышит то, ну, не ваше объяснение, слышит то, что хочет, да, или видит то, что только видит. Поэтому вот мое предложение и просьба, что нам надо аргументировать. Ведь смотрите, ситуация такова. Сегодня руководитель здесь уволен, не уволен, да? Уволен. По приказу. Уволен. Зачитано. Решение принято. Девочки, но приказа не было. Да, приказ. Ну как же он может? Зачем было утром? Просто уведомили, что? Вообще, потому что он сейчас освобождаем от должности. А документа никто нам не показал. Я не писала. Мы в том же рабочем ритме работаем. И с нами руководитель. У нас должны быть аргументы. От того, что мы вот... Ну, это крик души, это боль. Нам надо ее показать. Простите, пожалуйста, показать. Но ведь же это не вы же его увольняли. Не вы. Ну не вы, вас же не было есть. За кого ты отвечаешь? Когда их приехало четвером, они приехали и зачитали все вот это, все аудитории. Это не вы слышали, а мы слышали. Понимаете? Поэтому вы сейчас заочите. Вы не можете. Поехали те. Теперь вы... Чему это? Да, подождите. Теперь мы давайте с вами мудро поступим так. Вот этот один вариант. Мы его проработали, да? Вот мы, скажем, уже то, что сегодня весь коллектив поднялся в защиту руководителя. Вы меня записываете или фотографируете? Это я, мне, за то. Не, я очень не люблю, это некорректно. Это просто некорректно и неуважительно к моему возрасту. Поверьте, я уже на пенсии. Ну, Вы работаете? Работаете? А я к нашему секретарю на пенсии так сняли. Подождите, мне еще только 55 лет, поэтому мне сюда пенсии пора. Нашему тоже 50. Я знаю, да. Вот, значит, будет через три дня. Да. Один вариант мы проработали, да? Теперь давайте я хочу услышать, вот от молодежи, например, да, и что нам еще что нам сделать так, чтобы нам улучшить ситуацию. Не от того, что... Петровича на место и 5 лет контракта. Понимаете, да. Нам никто не объяснил, что от нас хотят. Никто. А не надо контракты. Я в здоровье ехаю работаю. Да. На что мне контракт? Нет, на что? И он сам кине я бы захочу. 20 минут и тут они стоят. Губернатор? По здоровью? Губернатору позвонить проще простого. А Полуянову тем более. Я это услышала, да, это увидела, я это знаю. Вот теперь давайте еще. Какие варианты? Что нам еще? Один вариант не сделаем, второй вариант. Да. Да. Больше ничего не надо. А что надо? Еще. Все. Больше ничего не надо. Коронавый директор на работу, и мы идем на работу, как все. Бегом на работу. Сядем. Все, извиняюсь, пускай приедет Зениса, и мы идем на работу. Бегом. Дали возможность пользоваться своими деньгами. Вы что, человека сняли с работы, вы это понимаете? Нас сегодня...
Заведующий? Заведующий бросил, написал заявление. Ой, очень и хороший заведующий. И сегодня с директора сняли. Они работали в одном связке. Два умных. Да. Даем одному человеку. Да кем вам и говорю? Она будет представлять. Заведующего сняли нашего. Сняли. Написал заявление. И директора сняли. Так за две минуты вы сняли два человека. За две минуты поставьте. Значит, я услышала, да? Полдня я ждем. Тут мы будем стоять долго, надо решать. Сделаем звонок. Мы будем звонить. Надо. Полку приедет, делайте звонок и все. Звоните, звоните, губернатору звоните, пускай приезжает. Мы будем стоять. Сколько нам надо? Да надо помогать работать, а не душить. А не душить этих людей. Это, причем тут душить, руководителя душить не надо. И руководителя. Да, Сергей Иванович, мы сейчас с вами делаем звонок. Идемте еще раз. Мы Петровичу вашему, да? Ну да, хорошо. Хорошо, и не уговаривайте Петровича. Нам останавливайте. Девочки, я уже, у меня такой возраст, что я его никак не уговариваю. Потому что его уже уговорили, его уже надавили, он уже пришел со спущенной головой. Девчата, подойте, короче. Мы же видим его счастье в глазах. Никогда такого там нет души. Понимаете? Там невозможно, он же создает там рабочие места. И что он пришел? Вы просто скажите человеку. Его душа болит, да. Его душа. Его душа, я директор. Нас все не дуем. Не кричи. Я знаю. Не кричи. Вот этот балаган, я вас очень прошу, вот этот балаган ни к чему не приведет. Верните нам директора. Мы уйдем, и мы сразу на работу. Вызывайте, звоночек все порога.